Привет, друзья! Привет вам из Мурманска, северной столицы Заполярья. Сегодня мы своим девчачьим коллективом, втроем, у нас такая компания, вышли на прогулку, уже на такую обычную прогулку. Идем в долину уюта. Посмотрим, покатаемся там. Посмотрим, я там не была, конечно. Вот впереди, дорогие мои, телевизионная башня. Сейчас, пока я буду идти, я буду ее снимать. Посмотрите, как она красиво рассвечена. Движемся к своему месту назначения. Девчонки мои вырвались вперед. Я их догоняю. На, есть, только держи. Держи. Нет, это можно опустить. Лиза, это маленькая. Внучка моя, а Ольга – это невестка мамы ее. Папа у нас остался дома, Сережа, с ножкой сломанной. Тем более мы заказали суши, он будет принимать курьера. Вот видите, какая башня сейчас синим цветом. А, итак, погодка сейчас безветренная, без снега, минус 10. Ночью обещают понижение температуры, но сейчас довольно-таки неплохо. Тем более мы идем в темпе, молодежь у меня быстро-быстро идет, я как могу за ними поспеваю. Авария. Лиза решила бы выпендриваться и сесть задом наперед. На первой же кочке слетела. Легкоатлетический манеж. Ух, на горочке едут. Мы тоже через горочку пройдем. Так, нам направо. Вот мы уже пришли в долину уюта, да? Отлично. Почему она интересно называется долина уюта? Да. Это вы сюда ходите, да? Сюда ходите? А, не сюда просто, да? Так покажешь. Да, привет. Давай. Молодец. Мурманское небо. А где-то 14 на 15 в каком-то районе было красивое северное сияние. Я... Да, увидела на фотографии. Но в нашем районе не было, не видно было. Спортивный комплекс «Долина уюта». Ой, какие здесь домики. Коттеджи. А что, здесь есть какая-то горка, да? Мама, ты... Мы же там были, я помню! Боже, какая громогласная девочка! Смотрите, луна! Какая красивая, таинственная! И тут крик такой! Ой! После тишины Санкт-Петербургской я попала в такой шумную компанию. Да, вот, ребята, смотрите, башня.
Да, Оль, надо отсюда уходить, а то они же оттуда летят. Смотри, 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 опять летит. Уходите. Ну здесь горка везде, эти лыжники. Они мчатся, как я не знаю кто. Там они поднимаются, а здесь они как бы спускаются с горки. Ну-ну-ну-ну-ну, беги-беги туда, беги. Ну я ж тебя снимаю. А это Оля. Идет с веревочками, размахивает, как на параде. Я фея. Фея, волшебница. Это Снегурочка запоздавшая. Мурманская луна. Луна Заполярья. Так, девчонки, усаживаются. Решительный момент. Девочки, как вы поползете? Тут уже пока ровная поверхность. Так, молодцы. Вперед. Мама, садись. Все. Поехали. А визгу-то? Что значит девочка? Ну, недолго, недалеко уехали. Все, вот тут еще юные лыжники пришли. Ой, погода замечательная. Воздух здесь такой свежий, потому что кругом лес. Залив. Дышится так хорошо. А вода водопроводная, кстати, такая вкусная. Я попробовала. Мне очень понравилось. Вообще, где я нахожусь, там мне всегда все практически нравится. Все практически нравится. Но здесь тоже. Ребята, мы гуляем и сегодня увидели северное сияние. Вот оно такое, играет огнями. Посмотрите. Северное сияние. Постоим, посмотрим, вот да? Вот целое тоже вот. Северное сияние! Ну, оно такое еще не вот разноцветное, можете, да? Вот смотрите, можете вот так вот прям пронести, посмотреть. Здесь уже чуть-чуть. Очень. Все равно видно на камере. Видно, видно. Ма, видно? Там вот больше, конечно. Правда? А по камере это видно? Ну, вот такое, ну, не очень яркое, да, но все равно. Вот там оно красиво, переливами. А стой, куда-то, а? Все садись. Ма, пи-пи! Да, смотри, в городе так сильно видно, да? Да. Пи-пи! Настоящее северное конечно. Сияние. Это да. Но оно бывает, конечно, вот сильнее. Сияние. Мама, поехали уже. Но оно, наверное, сильнее не будет, я да? Займусь, не знаю. Болею. Видите, до этого даже посильнее было, оно уходит. Да, уходит, уходит. Поехали. Все. Да, если бы за городом, то видно было за бы городом очень тепло. Да, в городе а поэтому светло, не сильно поехали. Ярко. Да, здесь светло. Ну, а за городом... А за вот, городом вот, было бы видно. Да, было. Да, было бы и красивее, нет, оно бы играло. Нет, у тебя ледянки-то. Сейчас бы на ледянке прокатило. Нет. Все, ребята, показала я вам северное сияние. Пусть не такое яркое, но вот оно из себя так представляет. Ну вот наша девочка накаталась, мы нагулялись и спокойно сейчас пойдем домой. Ну, эти минут 15-20, не спеша, пойдем потихоньку. Ну, погода чудная. Видите, сколько здесь тренируются. Как раз вечер, а сейчас около 6 вечера. Подогрею немножко мурманский воздух.
кто первый. Мы пожелаем всем самого доброго, самого хорошего. Лиза, которая лежит там тоже на снегу, отдыхает тоже. Всем пока-пока. Чтобы 2022 год у вас прошел на ура, в радости. И чтобы все мечты сбывались. Правда, Оль? Правда. Все. Помашем. Пока.